Лидеры стран Нормандской четверки констатировали прогресс в выполнении минских договоренностей, сообщил Елисейский дворец по результатам прошедших телефонных переговоров между президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. Лидеры стран Нормандской четверки констатировали прогресс в выполнении минских договоренностей, однако при этом они подчеркнули необходимость улучшения ситуации, говорится в заявлении Елисейского дворца. В заявлении подчеркивается, что следует также в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста содействовать в освобождении военнопленных и предоставлению гуманитарной помощи. Также Франция, Германия и Россия поддержали украинское предложение разместить наблюдателей ОБСЕ на всех точках нарушения режима прекращения огня, в том числе начать с 10 населенных пунктов: Счастье, Попасная, станция Луганская, Крымская, Авдеевка, Волноваха, Гранитная, Луганская, Широкино и район Донецкого аэропорта, говорится в сообщении.